10 seconds remaining. Dire team down. Radiant team pick. Dire team pick. Enchantress. Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на трансляции матча TNC против команды Secret. Для вас работает друг и жжет Егор. Привет! Здравствуй, Дима. Я не громковато звучу, по твоим ощущениям? Да, нормально. Я думаю, люди один раз отрегулируют и больше не будут. Окей. Ты, главное, больше потом не трогай, и все. Я тогда не кручу ничего. Ну что ж, давайте коротко поговорим о том, что предстоит нам с вами увидеть. Команда TNC на данный момент идет на третьей строчке своей группе. Все у них очень даже складно и даже лучше, чем это у команды Secret. С другой стороны, команда Secret идет сразу же за командой TNC со счетом 6-6. И TNC, соответственно, 7-7 имеют счет. Secret имеют возможность обогнать TNC, впрочем, и TNC могут также зацепиться за свою третью позицию. У них все вроде бы комфортно перед последним игровым днем, и одна и вторая команда пока находятся в верхней сетке, и при удачном раскладе, даже при ничей, по идее, должны они здесь оставаться. Team Secret может при победе оторваться от команды Newbie, сделать им не самое удобное положение вещей. Вот. А команда TNC, если вдруг выиграет, то, я думаю, даже после этой серии можно будет говорить о том, что Венера они долго и навсегда закрепились в групповой стадии. Ну что ж, давайте тогда переходить к драфтам. Ты понимаешь в драфтах что-либо? Ну да, я, по крайней мере, делаю вид. Хорошо, тогда понимаю, сделай вид, пожалуйста. Ну смотри, здесь произошел такой mind games. Team Secret в прошлых играх и, в принципе, за ними замечено, что они берут Арквардена. В прошлых картах они брали его не в первой стадии, там, а во второй или на закрывающий пик вообще. И, видимо, TNC Predator, когда готовились к игре, они, как и любая разумная команда, решили бы забанить Арквардена во второй стадии. Пупей это предвидел и взял его в первой. Но в то же время TNC Predator не растерялись, и такое ощущение, что были готовы полностью к этому. Несмотря на то, что потратили дополнительного времени, секунд 20 еще, но все равно. Storm Spirit на закрывающий пик в первой стадии, потому что Storm Spirit — это хороший контр-пик против Арквардена, и, скорее всего, Team Secret бы его забанили. Так что очень, на самом деле, разумное решение. Enchantress себе урвали TNC на ФП. Как по мне, это герой ФП-шный, действительно. Но удивительно для меня тот момент, что Вивера не взяли на дабл-пик Team Secret. То есть все-таки они приоритет поставили на Арквардена, потому что Вивер — это один из тоже героев ФП-шных, как по мне. Я хотел тут... Чем закрывают Enchantress, мы уже наблюдали. Наблюдали неоднократно. Там и Урсу забирают против этого героя, и там тот же Вивер, и Виндрейнджер вроде очень неплохо смотрится против Enchantress. А касательно Storm Spirit, так рано показать своего, скорее всего, мидлейн-героя. Storm Spirit, много ли контрпиков есть для этого персонажа? По игре мы видели, как пытались вот вчера, вчера пытались закрыть Storm Spirit от Virtus.pro антимагом. Я не помню, кто это делал. Да, я тоже Pain, это помню. Пейн, по-моему, если не ошибаюсь. Да, 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 Пейн. Пытались антимагом закрыть, ну, закрывали, закрывали, да не вы закрывали. Но чем вообще закрывается Storm Spirit в таком случае? Двух сильных лайнеров против него уже TNC забанили. Это Эмбер и Бруда. Тут просто, ну, закрывать Team Spirit можно любым героем. Например, какой-то Леон может зайти для Team Secret, но он уже не зайдет, потому что, скорее всего, четверка и пятерка взяты. На Дарквилла будет играть Ябзер на Огре Пупей. Соответственно, Леона мы вряд ли уже увидим. В принципе, любой дизейбл по игре. Uh-huh. А конкретно мидлейнеров против Шторма сильных не так и мало. Та же Квапа, который на этом турнире появляется вообще не часто, если она вообще появлялась. По-моему, вчера еще не появлялась. Вчера не появлялась, но сегодня вот я смотрел, по-моему, она уже была взята. Сейчас я это уточняю. Да, там вообще... Да, она была взята вчера, я не помню где. Но в любом случае, угу, герой не популярный на этом турнире. Ну, видимо, в последний БО2, потому что предпоследнюю мы еще смотрели, Queen of Pain еще была в списке невыбранных героев. Вот, сейчас нужно взять либо пятерку для TNC, либо четверку под Enchantress. Четверка под Enchantress в моем видении — это что-то вроде Тускара, какой-то боевой паренек, который может
нападать. Тускар — это еще и сейв потенциальный. Правда, тут пока нет кого сейвить. Все герои бьют не быстро, не бёрстят, поэтому... потребность в сейве на данном этапе нету. Опа! А вот это, кстати, очень здорово. Вот, вот эти три героя, если что, Enchantress, Storm и Draw Ranger в одной команде, мне кажется, у них сумасшедший винрейт должен быть. Это мяско, да. Потому что это очень сильный лайнинг, и даже тут скорее лайнинг сильный не потому, что это ауродровки, потому что ауродровки нынче это не такое преимущество на линии, как это было 2 года назад, когда уже с первого левела ауродровки она давала по плюс 6, и а на первом левеле сейчас она дает всего лишь плюс 3, так что это не так значимо. Но начиная уже с 6 левела дровки, дает она по 30-ке плюс своим рейнджевикам. Здесь еще ВР-ку в таком случае да, можно да, взять, Windranger, Windranger просится взять на четверку в пару к Enchantress на линию и все. И Бейна какого-то на суппорт к дровке. И это супер рабочий пик. Тут. У нас Crystal Maiden, кстати, обрати внимание, в бан не ушла. Тоже достаточно популярный герой был до Винта, но здесь забыли о нем. Кстати, на пятерку не заходит ли здесь все-таки в мане? Нет, дровки нужно брать героя пятерку, чтобы с ней стоял чуть более сильный лайнер. Вот Бейн — это идеальный, скорее, вариант, потому что он плотный, он может размениваться и вместе с дровкой может даже убивать. ЦМ-ка, она очень худая, разменяться по тычкам не может. Вот, Team Secret взяли себе в Race King, это, скорее всего, третья позиция, им нужен был такой... плотный парень. Плотного парня у TNC не будет. Скорее всего, тут будет... Самый плотный парень у них будет это вот... Это Enchantress. Enchantress, да. И возможно, Бейн, если он появится. Ну, должен. ВР-ку, ты думаешь, сейчас стоит забрать уже на этой стадии? Я не знаю, как у команд расставлены приоритеты. Как по мне, ВР-ка с дровкой — это вообще must-have. У тебя всегда есть опция того, что четверка становится очень жестким кором. При условии, там, что у Шторма все нормально, у Инчи все нормально, и вот у ВР-ки все нормально. Дровка может 0-5 бегать, в лесу фармить и лишь ауру давать. Ну, под дровкой реально у ВР-ки всегда все нормально. На самом деле, уже наблюдали мы что-то подобное. Fnatic показывали стратегию, эту идеально исполненную, как по моему ощущению. Fnatic еще добирали туда Visage в центральную линию. Там не был Storm Spirit, но там был Visage. При исполнении Абеда это, честно говоря, сумасшедшая стратегия. В 5 рейнджевиков с птичками, с сумонами. Еще и сумоны были рейнджевые в исполнении Абеда. Кстати, не исключено, что Enchantress может быть четверкой или пятеркой в этой игре, потому что на Интернешнале на этом команды скорее реже берут оффлейнера Дриаду, чем суппорта. Ну, вот. И вот мы как раз... Ну, кстати, я до сих пор не уверен, что здесь Nature's Prophet может быть пятеркой, может быть тройкой. Enchantress может быть четверкой или тройкой. Поэтому тут пока полная вариативность у TNC, и секреты не знают, какую позицию нужно точно банить. Тут как бы такой момент еще есть, что Аркварден, в принципе, герой, который контрит с таратой с дровками, потому что рейнджевиков в его поле контрит. Но есть Шторм Спирит, который может залетать в это поле и нейтрализовать Арквардена. Так что если игра не затягивается слишком долго, то TNC имеют все шансы выиграть. А если Виверну добрать команде TNC на пятую позицию под Draw Ranger? Это, нет, это нормальный вариант, нормальный. Лучше, чем ЦМК однозначно. Ну, вот Бейн или... пусть они между собой там месяца снизу. Вот Бейн или Виверна. Тут зависит от предпочтений самой команды, смотря с каким героем они чаще стояли линию. Может, они решат, что Арквардена нейтрализовать будет здорово, имея Винтер-Виверну. Вообще банят Эрспирита. Ну, Эрспирит — это герой, который хорош против Дарк Виллу, потому что у него есть АУЕ стан, АУЕ Сайленс. Ну и один из лучших, по моему мнению, один из лучших исполнителей на Эрспирите в составе команды TNC, Teams. Один из единственных, наверное, в мире сейчас игроков. Кто сейчас еще играет на нем. Героя, потому что он сейчас совершенно не в мете. У него мало армора, он милишник, у него мало мувспида. За баунти руны не дают экспы. И все, что должен уметь делать герой 4 или 5 позиции, хорошо стать лайнинг, а не влетать куда-то. То есть под исключение из правил я бы... Ага, хороший, кстати, бан Мипа, потому что Мипа контрит Шторма.
И, ну, он контрит страту с дровкой и хорошо стоит лайн против шторма. И шторма, собственно, тоже контрит, потому что из его рута нельзя вылететь. Что у нас по вариантам? Бэйн, Виверна, да, остались? Ну, вот из самых рабочих. Да, но мы еще не знаем, куда Nature's Prophet и Enchantress. То есть, ну, типа, либо им нужна пятерка, при условии, что Enchantress четверка, а Nature's Prophet тройка. Тогда да. Ну, а Nature's Prophet не может четверкой быть, в частности. Таск, да. Четверку взяли, ну, значит, это пятерка Nature's Prophet и тройка Enchantress. Вот, кстати, это вот то, с чего я начал, что для Enchantress хороший партнер на линии — это парень вроде Туска. Uh-huh. Это, как по мне, вообще оптимальный лайн. Туск здесь еще сейвит от всего. Uh-huh. Он может на Арквардена рано вкатываться. Аркварден, он вроде как неплохо стоит дабл лайны, но если ему на лицо прилетает тускар, начинает со сферы яда напихивать и дриада еще настреливать, то вот, да, на ранней стадии он очень уязвим. Поэтому тускар Enchantress против Арквардена — это прям то, что нужно. Ну, ты не видишь Арквардена в центральной линии? Ты думаешь, это что? Я вижу Арквардена в центральной линии. Просто Аркварден, в смысле тускар, может прибегать к нему и к шторму. Uh-huh. Тут это не важно. Непонятно. Ну, сейчас как бы last pick у Team Secret, они понимают, что шторм. Арквард против шторма, кстати, именно как лайнер очень хорош. Да, поэтому берется... Это, скорее всего, оффлейнер Легионка и керри в Рейскинг все-таки. Uh-huh. И в миде будет Аркварден против шторма. А матчап Аркварден против шторма — это в пользу Арквардена. Аркварден... Шторм Арквардену ничего не делает. Аркварден шторма может убивать. Даже, на самом деле, без какой-либо помощи. Тут... Шторм с определенного момента даже в лес должен уходить, потому что оставаться он просто не может. Аркварден по-любому получит раньше шестой. Это все. Аркварден получает шестой, шторм тут же умирает, если он не шестой. Скорее всего, так оно и произойдет. И мне кажется, что даже Аркварден убивает шторма или выбивает из него очень много регена, или просто очень сильно перекрипливает за счет того, что постоянно отгоняет его флюксом. Шторму приходится убегать, а перетыкиваться на равных с Аркварденом тяжело. Да, линия, правда, некомфортная. Согласен. Ну что ж, друзья, я еще раз напомню, для всех, кто только подключается, все-таки это первая карта игрового дня. Вы наблюдаете матч TNC против команды Secret. Это первая карта, первая BO2 серия. Сегодня потенциально должно быть по 3 BO2 серии на каждом канале. Параллельно тоже сможете смотреть. Мы с Егором касаемся этого матча. И после этого у нас Winstrike против команды OG. Дальше нас сменит следующая пара комментаторов. Плюс есть опция, что сегодня будут еще и переигровки. И у команды Winstrike подобная ситуация может такое быть. А в группе Б, там, по-моему, 3 или 4 команды находятся в близких позициях. Возможно, и у них тоже будут тайбрейки. Поэтому сегодня доты может быть больше, чем запланировано. Ну, никто не будет против, чтобы Winstrike переигрывали и не вылетали из группы с 9 места. Им для этого надо хотя бы одну карту OG забрать и с IG в таком случае сражаться. Поэтому, собственно, доты будет предостаточно. Ну и не забывайте, что можете параллельно тоже посматривать матчи. У нас же битва в верхней части таблицы. Команды не вылетают в любом случае, независимо от того, выиграют, не выиграют. Они как будто обстоят дела. Но не хотелось бы реально отдавать две карты и находиться где-то на грани того, чтобы попасть в нижнюю сетку. 6-6 идут на данный момент Secret, и 7-7 идут TNC по своим показателям. Собственно, вот этой карты как бы Secret'ам и не хватает, чтобы сравняться с TNC. Ладно, все, всем приятного просмотра. Еще раз напомню, для вас работает Джотн Друг, и наблюдаем первую карту TNC против Secret. Поехали. Так, ну по линиям вроде мы все угадали. Здесь все было довольно очевидно и понятно. Купила себе Blightstone сразу Enchantress, чтобы с первых секунд начать сильное давление на Врейс Кинга и Огр Мага. Несмотря на то, что герои довольно плотненькие, у Огра много хп и армора, у ВК просто много хп, все равно рано или поздно Энча с Тускаром, мне кажется, должна начать линия доминировать, если никто не придет на помощь, а на помощь никто приходить не должен, потому что у ЛЦ и Дарквиллу будут свои дела по унижению дровки. Ну, в принципе, вот при любой игре и с троте с дровкой всегда ты как бы держишь в голове, что у дровки, скорее всего, будут проблемы. Поэтому ты стараешься сделать акцент на выигрыше своей сложной линии и не сильном проигрыше, если уж на то пошло в конкретном данном матче линии центральной.
Да, были уже случаи и на этом турнире, когда Дроу Рейнджер, абсолютно будучи загнобленной на легкой линии, просто уходила в лес, и артефакт за артефактом, в частности в исполнении Envy, артефакт за артефактом просто себе агилити повышала, таким образом пассивно давая преимущество своей команде. И обзор забирает внизу руну. Не смогли подраться под Брамбл Мейс, не очень удобно было. Ну, выбили часть регена из него. В целом, три руны для Team Secret и TNC только свои довольствовались сверху. Кстати, такой момент. Dark Willow себе купила только 6 танга. Ну, в моей голове такая система, что на боковой линии желательно иметь... Особенно если четверка плюс тройка, желательно иметь 6 танга и фласку на каждом из героев. А просто для того, чтобы не проигрывать линию из-за того, что ты уходишь на базу, потому что у тебя либо танги кончились, либо настолько много хп тебе пробили, что ты просто не можешь продолжать перетыкиваться. Ну, она 6 купила, она, если не ошибаюсь, это она, по-моему, дала Медвану 2 танга. Я вот прокликиваю. Нет, она купила 6, она и съела. А, нет, они поделились по одной, она съела 2 танги, но одну из них дала ей легионка, да, еще? Да. Угу. Ну, в общем-то, по 6 они закупили, просто что потратить пришлось. А я к тому, что не было фласки у Dark Willow. Угу. Вот. То есть, и рано или поздно это может сказаться довольно пагубно, потому что Nature's Prophet, пока есть мана, может сильно выбивать реген, и в один момент регена может не оказаться. Смотри, что с Армелом уже происходит, ну, в центральной линии. Это типичная ситуация. Типичная ситуация, размен до первой фласки. Вот, нет, здесь пока у Мидвана и у Армела все плюс-минус должно быть ровно. Даже Армел должен пользоваться тем, что у него урона побольше должно быть с ремнантов, с пассивки. Но вот начиная левела с 4-5, когда уже Шторму будет лениво таскать постоянно себе фласку за флаской, или мана будет кончаться, и добивать крипов руками останется лишь ему, там уже будет ситуация в пользу Мидвана. А, ну пока отрывается. Пока действительно Армел немного оторвался. Как ты верно заметил, весьма-весьма комфортно все для него. Ну и, конечно, спайк рейс постоянно от Мидвана на отступление. Армелу придется, если он хочет зайти на свой хайграунд, придется наткнуться на этого неприятного духа. Пока идет просто Мидвана давить под вышку и забирать оранжевых крипов. Здесь на топе Тимс очень красиво закрыл шардами, начинает пробивать пупе, но у этого парня очень много армора. Здесь еще непонятно, кто кого перебьет. На самом деле у Тимса есть стики, так что он в любом случае не умирает. У него еще сноубол есть. Здесь можно еще эйса забрать. Ну, сноубол в эйса. Эх, на самом деле был шанс забрать еще и в Рейскинга. Потому что стиков у него не было, там буквально тычек 5 от Enchantress, тычки 2-3 от Тускара, Сноубол. Можно было попытаться. Но, видимо, решили, что Пупей быстро вернется на базу, на линию с ТП-шки, и, возможно, придется разворачиваться уже. Здесь Тимс красиво вернулся с Сноуболом. Да, и затипл еще. Минус моральный такой тип. Да я не думаю, что Пупея можно дезморальнуть такими вещами. А вчера, кстати, вот она, битва королей типов была. Pain Gaming против Virtus.pro. Я до сих пор вспоминаю, как этот антимаг, который был пикнут, против которого триплу поставили на каждого оранжевого крипа или милишного, которого он пытался добить. А там втроем пацаны денает просто по 200, 200, 200, 200. Пацан за каждую драку поднимал по уровню компендиума. Дроу Рейнджер, Рамбл Мейс попадает, но отбрасывается гастом удачно и... Сейчас, кстати, в опасности Куку находится, потому что Фата давит, готов идти под вышку. Шадуэлма уходит Феян, но дальше идти не рискнули. А на в это время тем временем была драка, да. И Пупей, скорее всего, должен уйти здесь. Он... Непонятно, что он сделал. Он мог застанить и убежать на самом деле, но отменил сам себе стан. Ну, чтобы перед смертью ману не тратить. Ну, конечно, да. На том свете мана очень нужна. На том свете только разговоров, что о мане. Пупей пошел дальше бить Enchantress. И вместе с Эйсом начинает разминать. Ну, есть хил. Здесь еще можно было, на самом деле, заманить, там тыкаться. У Эйса сейчас очень проблемная ситуация. 1000 голды у него на руке. Ему сейчас нужно нести себе хил, потому что вот в таком состоянии находиться на линии не очень хочется. Да, и насколько на самом деле некомфортно двум милишникам размениваться тычками с Enchantress с учетом второго Untouchable. Сейчас уже ты толком ее и не пробиваешь. У вас есть способности. Так, закрывают Пупея. Здесь пачка еще и нейтральных крипов. Ну, неприятно для Пупея. Герой, конечно, плотный. По идее, дерево проедено, можно будет уйти. Эйс на развороте решил выдать стан. Не получилось это сделать заблаговременно. И Тимс вкатился в Пупея. Тимс под вышкой. Вышка не агрится. Ну,
тут размен. Тут два очень плотных персонажа с одной стороны, с другой стороны. При, ну, без каких-то критических ошибок трудно, на самом деле, забрать их. То, что они там фраги сделали, это еще спасибо стоит им сказать. Я, честно говоря, ожидал меньше убийств от этой линии за первые 10 минут. Я, оказывается, был неправ по поводу матчапа Шторма и Арквардена. Я не знаю, может быть, что-то поменялось, но у Шторма 6-й левел будет раньше, и крипов у него на 10 больше. Так что либо Армел очень хорош, либо я был очень неправ. Кстати, Куку, посмотри, подошел в центр, скан был по нему выдан, и Мидван сейчас свой 6-й получит. Здорово, Куку, говорит. 6-й-то он вряд ли получит, но фраг сделать или получить хотя бы экспу, это приятно. Ой, подтягивается сюда Тускар, Мидван обходит шарды, и Тускар укатывается. Комфортно для него расставились скрипы. Смог укатиться. Убийство сделали на Куку. Вот такой выход, вот такой выход. Вот Nature's Profit оборачивается неприятным. Да, ну Nature's Profit'у нужно было что-то сделать, потому что стоять дальше эту линию против Легионки и Дарквиллу, наверное, было уже непросто. И, скорее всего, он оставил дровку, чтобы она получала соло экспириенс, чтобы как можно раньше получила левел 6 и раздавала больше дэмэджа своим корам другим. Пупей в центре оказался, пока Климент здесь находится, на подстраховку Мидвана. У самого Мидвана уже близится 6-й уровень. На топе Куку сделал ТП, поставил вардик и спровоцировал тэпнуться сюда Фату. Кстати, это очень здорово для дровки, то, что улетела сюда Легионка. Легионка левел 5, и вот то, что она здесь находится, ничего не дает команде Secret. Она не очень сильная, она не очень много поможет. В плане обратного убийства. Все, что она может сделать, это сбросить стан какой-то, либо сдохнуть самой, но чуть-чуть не повезло шардами Тимсу. Но здесь втроем находится команда Secret и втроем находится команда TNC. Это в плюс для команды TNC, потому что шторма никто не бьет, шторм левел 6 спокойно фармит мид, а дровка фармит мид. Ну, вышку хотелось бы, конечно, забрать TNC, но забирают. В итоге энты смогли забрать вышку, хотя Фата был впритык к ней. И Тускара в размен могут попробовать забрать. Тускар вкатывается на эйса, но слишком много рядом тиммейтов. Эйс еще и дуэль дарит Фате. Но забрали тавр. Я, честно говоря, немного удивился. Легионка стояла, всего два энта слабеньких били эту вышку. Легион даже не пыталась ее донайть. Армел, Кёрст Краун. Развел на хосту здесь Ебзор довольно хорошо, потому что шторм на хосте мог бы где-то кого-то убить. Не исключено, что это будет сам Ебзор, потому что мана у него нет. У него есть, конечно, капли, но не стал рисковать Армел, но вообще, как бы, это убивабельный был герой совершенно. Ну, в мид уже приходит Мидван. Возвращается Армел. 7-й уровень. Готов сражаться, но здесь Пупей со спины. Вынужден оттянуться назад. Шторм, да и по ресурсам. Сильно потратился. Пол хп, пол маны. Не так-то много. Эйс уходит в лес. Т1 вышка сломана. Как таковая поддержка прилететь ему не может. В случае ганка Эйс ушел в лес с работягами. Будут несколько стакнутых пачек забирать. А вот что касается СМХ, он пока комфортно фармит на линии. И очень близко уже покупка Драгонлэнса для него. Есть информация касательно Врейскинга. Нормально, просто импетусами ласт-хитить крипов, но это очень подло. В Рейскингу здесь вообще не хочется встречаться с инчой, он ничего не может ей противопоставить. Еще вард разбивает относительно свежий Enchantress. Очень сейчас сильно контролирует карту команда TNC, стоит вард в лесу команды Secret. За линией, за Т1 вышкой, там нападение в миде, на Мидвана, Мидван умирает, улетает шторм, ТП-шится сюда Легионка. Она овервелмом отцами дает, но Армел перелетает вниз. У него еще есть Fairy Fire, кстати, вот если бы он умер, не нажав, было бы очень обидно. Он бежал дуэль давать как раз-таки в Шторм Спирита Фата. Хорошо получилось все для Армела. Но подарили еще одну дуэль. А, нет. Вру. Дуэль не подарили, просто зацепили его. Пока 10 дополнительного урона у Фаты. Teams. И вот еще стоит вардик очень здоровский. То есть контролирует весь лес. То есть абсолютно все сейчас как на ладони у команды TNC. Шторм может влетать на любого, зная информацию о нахождении коров команды Secret, либо на самих этих коров, оформящих в лесу, либо на суппортов, которые вот вроде Пупея, который стоял бы сейчас в миде без сапога. Вполне себе Шторм плюс один могли его бесплатно забрать. Кстати, Рейвен, как предполагалось, ушел в лес фармить. Лес просто выфармливать, просто получать опыт, получать.
дополнительную ловкость для команды, потому что на линии оставаться, ну, уже небезопасно. Легион Командер сейчас очень неприятно выглядит. Вот, вот реализация того самого варда, нападение на мидва. На мидван здесь, конечно, должен умирать, но отличный фир на всех. Еще убьют шторма. Нет, шторм... Нет, он не смог увернуться от стана, к сожалению. И... Он умрет здесь. Да, да, он висит. Ну, у него есть, конечно, еще ботл. Он спрятался за дерево, нет, он так мог, это на самом не работает. Деле, ударить Ебзора. Ну, ладно, это никак бы ни на что бы не повлияло. Тимс еще погибает. Здорово, секрета среагировали на нападение на мидван. На мидван все-таки умер. Но если бы он здесь еще выжил, это была бы супер деморализация для команды TNC. Они на варде думают, что они крутые, нападают. Но еще и если бы не смогли убить, еще бы полегли втроем. Ну да, террорайз очень сильно решил. Да. По идее, мидвана вы сразу закрывать. О, так если нет ТПшки, если нет ТПшки. Здесь СМХ, если бы и хотел... И если нет реинкарнации, кстати, если Эйс погибает, хотел, скорее всего. Он может ее вкачать. Он ее вкачал и реинкарнировался. Все, в принципе, по науке. 200 секунд. Так-то Эйс все равно погибает. Равно умрет. Да, очень хорошая игра. И 200 секунд кулдаун пошел еще при этом на реинкарнацию. Да. Ну, думал Эйс, что здесь одна Enchantress, и, в принципе, она потратила свой энчант замедление, соответственно, еще раз убить она его не сможет. Но здесь оказался Тимс, подвез ее до цели назначения, и все нормально. Получается. Пока вверху остаются TNC, сами же теряют TNC внизу вышку. Фата получает ее. Фата пока Blade Mail забросил, Dagger следующим. Ну, все по дефолту для Legion Commander, без каких-то изысков. Сами же TNC занимают лес соперника. И Draw Ranger уже ближе подтягивается, начинает подфармливать. Судя по всему, Raven себе из бокового магазина Dragonlance несет собранный. Да, так и есть. Бендик летит. Шторм. Слышу, где-то агрессивно себя ведет. Нет, Шторм. Агрессивно по отношению к Энджентам он себя ведет. В пятером команда Secret находится на своей половине. Четверо наверху, один в миде. Очень сейчас печальная ситуация для команды Secret. Здесь нужно было Ху-Ху поставить вард во вражеском лесу. Откуда была такая возможность, но он не стал этого делать. А, вот, отличный вард стоит в миде, он контролирует проход в лес и, собственно, выход на мид. И вард все тот же самый старый стоит, который пытались, видимо, задевардить команда Secret, но не нашла. И знают, что сейчас делает Эйс, знают, где находится Пупей, как на ладони, можно фармить низ. И этим занимается Тимс, фармить верхнюю линию, свой лес. К сожалению, только мид фармить нельзя, потому что слишком уж он далеко. Непонятно, что по вижену у команды Secret на самом деле. Я не вижу ни одного варда. Вот один только что упал в миде, и ноль вардов сейчас на карте от команды Secret. Один только что вот воткнул под себя Пупей. И это все, что видит команда Secret. Очень им страшно. Ну, в общем, это то, о чем я говорил. Шторм, дровка, Enchantress — это сильная доминация. Огромный, наверное, винрейт. Против этого играть очень сложно. И только Secret, известный своими камбэками и лейт играми со всякими героями вроде Аркварна, который, по идее, должен контрить, они могут справиться с этим. Потому что опыт подобных игр у них, я думаю, один из самых больших среди всех про-команд. Но они Аркварда нам показывали до дровки еще. Они дровку получили в ответ, если не ошибаюсь, на Аркварда. Да. Они, ну, первые, на первые два, да, забирали, да, Аркварда. Они при этом, поэтому и не стали банить дровку, потому что, по идее, страту с дровкой Аркварден как-то контрит. Потому что... Мишки, ой, влетел. Как же влетел реально Шторм Спирит. Причем он влетел-то на мини-расстояние. Он даже не стал долетать. Такое ощущение, что напугать хотел. Там и крипчиков немножко подбить. Но это Dagger. Это Dagger, если обратите внимание, здесь он был заброшен не в том порядке. Пусть вас это не смущает. Изначально Blade Mail был заброшен в Легион Командер, а потом уже Dagger. Но при таком раскладе, когда Легион выигрывает дуэль за дуэлью, Dagger, конечно, покупается первым. Инициировать надо, тут очень... Ну, все герои оранжевые, тут вообще без даггера неиграбельно для Legion Commander. Любопытный момент, что варды вот так вот стоят у команды Secret в их лесу, при том, что этот стоит раньше, левый, а правый был поставлен попозже. Видимо, ожидали, что Шторм здесь не один, и для обезопашивания себя они поставили вдруг здесь кто-то еще. Но никого здесь не оказалось, Шторм просто нафидил, и... Вот именно благодаря таким вот фрагам и аккуратным действиям команды Secret они могут как раз-таки и перевалить преимущество в свою сторону. Соответственно, скоро Мидас появится у Арквардена. И игра уже более-менее стабилизируется для них. Enchantress Джевелин приобрела себе.
Объясни-ка мне, пожалуйста, Егор. Джевелин для того, чтобы не промахиваться. Это потенциальный МКБ, скорее всего. Выход в МКБ, да? Да, ну, вряд ли это Мэлштром, потому что тут вроде как не нужен Мэлштром. Тебе скорее нужно иметь много урона и не промахиваться им. Угу. Все, окей. Потому что у врагов есть Арквардан. Вот именно что. Доставучий. Ну, в принципе, я на самом деле, наверное, не одобряю того, что он покупает Сиджвилин без какого-то артефакта еще на сейв. То есть обычно артефакты на урон себе Энчантрес покупает после того, как у нее появляется, например, БКБ. Либо, я не знаю, ну хотя бы барабаны и пика. Вот как-то так, чтобы у нее было достаточно здоровья, ее так просто не убивали. А когда у тебя много урона, в тебя просто с дуэли влетает из пресс-атак легионка и убивает тебя в соло со своим блейдмейлом, который у нее через 1000 рублей появится. Приостановились, ТНС. Ну да, они сейчас в смоке пойдут, смок был у Тимса, и они нарисовали ход. Им нужно обновить вард в этой позиции, секреты про него не знали. А, нет, у них есть вард вот в отличной позиции справа. И знают, да-да-да, что фармят сейчас эншетов. Они увидели Overwhelming Gods. Решили обойти, немного другую траекторию выйти, ну и да, сейчас да, выйдут, да, выйдут в ухо эйсу. Стандартная штука, один лишь момент, что шрайн рядом, секреты могут быстро потянуться и драться выгодно для себя позиции. Но все-таки решили не ходить TNC, видимо поняли, что очень много секретов, никто не показывается на нижней линии. И вот здесь кто лучше нажмет кнопки. Так, Арден погибает. Неимоверно быстро, и обзор даже не успевает террорайз кастовать. А Легион Командер погибает вот вторым темпом, там просто со спины ее добили. Пупей тоже, скорее всего, отъедет. Армел смог забрать его, байбекается Арквардан. Рано, и Легион Командер тоже выкупается. И TNC, ну, выгодно, скорее всего, отступить отсюда. Могут, есть такая опция, или уходит Армел. Два очень сомнительных байбека, я бы сказал. На месте секретов я бы, ну, естественно, в пылу борьбы это ты не проанализируешь, но уже с высоты птичьего полета видно, что байбекаться кором секрет стоило лишь тогда, когда убили бы Врейскинга, потому что были бы замедлены TNC, и можно было бы там на развороте со второй жизнью Врейскинга уже подраться. А вот так вот байбекаться они... А Врейскинга, по-моему, вообще даже не били, да? Никто не фокусил его. У него было мало хп, нет. Он отпил фласку, у него было хп 400 где-то. Но TNC просто развернулись и ушли. Так что байбеки, конечно, вот были очень печальные сейчас со стороны секретов. У легионки очень далеко, да. Вот говорил я, что ей 1000 рублей нужно на Блейд Мейл, а теперь нужно 1500. При том, что вроде бы и время прошло, за которое она могла бы что-то подфармить, а она только потеряла эти деньги. Да, TNC разбредаются пока по карте, продолжают фарм. Давайте графики посмотрим, как оно все было. Ну, был небольшой отыгрыш от Secret по золоту, но в целом графики стабильно идут вверх, и по золоту, и по опыту 4 и более выигрывает TNC. Коллектив давит верхнюю сторону. Энчантрес забирает еще и Волчика с собой. Ой, у всех еще да больше урона. Это очень много урона. Очень так, много. Ну-ка, сколько вносит Шторм? У Шторма... А уже Волчик умер, к сожалению. Но было 126 плюс 90. Нормально, в общем, Шторм бьет руками, даже несмотря на ну, то, что... Ну, еще 30% от 136. Угу. Сильно, конечно, стратегия реально сильная. У вас просто вы пассивно сильнее. Вам не надо ничего делать для того, чтобы быть сильнее. Вы все сделали уже на стадии драфта. Дальше просто собирайтесь, да. собирайтесь. Вы всегда опаснее выглядите в драках. В смоке сейчас команда Secret хотят реализовать блинк на легионке, но смок скоро закончится и никого поймать не выйдет. Получается, смок в никуда. А посмотри, кстати, Storm Spirit, понимая, что контроль по нему, в общем-то, может быть вот такой единоразовый в виде Легион Командер, в частности, которая прыгает, цепляет его в дуэль. Вот самое, наверное, неприятное, что есть. От всего остального, ну, кроме Фаербласта, он уворачивается. Поэтому и на случай Фаербласта, и на случай дуэли Шторм решил Линкенсферу собрать. В дальнейшем, опять же, появится БКБ, например, и Линку вообще нечем будет сбивать, и только дуэль придется тратить в это дело. Поэтому Шторм, конечно, может и на Линке, по большому счету, остановиться. Армел дальше в ману идти, там, в интеллект, в урон. Но пока решение хорошее. Заблаговременно, чтобы не умирать, чтобы не дарить урон Легион Командер. Ну, после Линки, скорее всего, ему нужно будет делать Оркид и Бладторн.
потому что БКБ, естественно, тут как бы либо, ну, да, либо, есть... либо, либо линка, либо БКБ. Да, ситуация позволяет. Свободно. И следующий артефакт должен быть уже Бладторн, чтобы не промахиваться по герою, который будет находиться в поле. Пупей поставил вард, но он поставил его ровно на сентрю команды TNC. Ох, Тускар прячется в сноубол. Тускара, скорее всего, заберут. Тускара вообще продает команда. Я сейчас покажу, где находится TNC. TNC вот сюда отлетели, отпрыгнули. Не собирались принимать эту драку. Ну, Легион Командер говорит спасибо большое. 38 на низу дополнительного урона уже. Напали на Фуриона. Фуриона тоже убьют. Дуэли, к сожалению, еще одну не заработают. Но это деньги для Эйса. Скрита на 702 он забирает. И он приближается к своему Радиансу. Ему 1000 остается до Сакрид Релика. И вот Эйс — это надежная команда Secret. И... Мидуан — это лишь план С скорее, потому что план Б — это легионка, которая с уже приобретенным блейдмейлом может в соло выстегивать, в принципе, наверное, любого героя команды TNC. Ну, с разогнанной легионкой, опять же, со стартовым закупом, по идее, вы можете по всей карте ходить напрягать врага, выигрывать пространство для того, чтобы Арквардан зарабатывал золото, артефакты. Ну, а дальше уже, как говорится, обеспечит вам безбедную старость Арквардан. Он будет уже сплитить и вести игру. Какая хорошая позиция для варда у команды TNC. Тот вызвал пенечков Куку и поставил вардик на место, которое так просто не разбить. И секреты тут как бы тоже как на ладони. Вот на самом деле вот с течением времени мне кажется, что все больше и больше у Secret появляется шансов, потому что и Арквардан начнет с Мидасом разгоняться, и с Радиансом начнет быстрее фармить в рейскинке, станет опаснее в замесах, и Легионка постепенно будет набирать урон с дуэлей, так что вот. И все это под бафом Огрмага. А TNC, им будет оставаться надеяться только на Шторма, который идеально влетит. На самом деле, вот как раньше было, в 2015-16 году с стратегией с Идровкой, они заканчивались минуте на 25-й, потому что если до этого времени они не сносили, ну, хотя бы пару сторон или одну, и имели огромное преимущество, играть дальше уже было очень сложно. Из-за того, что камбэк-механика была чуть более строгой по отношению к пушащей стороне, и в целом там не было какой-то лейт-гейм опции для дровки, вот как сейчас она есть, это 50% кулдаун редакшена, и можно постоянно иметь отпушивающиеся линии за счет постоянного прожимания своей ауры. Здесь же можно играть и в лейте, так что игра на самом деле может быть очень долгой и очень интересной. И обзор поставил вард, тут в смоке в это время команда TNC проходит, смок ни с кого не спал. И обзора не видели. Ну и обзор что-то чувствует, судя по всему. Потому что оттягивается поближе к деревьям, понимая, что соперник неизвестно где находится. Очень глубоко заходит TNC. Армел прыгает в центр событий. Арквардена пытается притянуть. Уже находится в этом поле. Легион Командер в это время в дуэль зацепила Nature's Prophet. Но Армел переключается на Легион Командер. В итоге дуэль выигрывает Легион Командер, но после этого погибает. И обзор с бедламом цепляет Шторм Спирита. В Брамбл Мэй стоит также Рейвен. Рядом находится Угрмак, рядом находится Врейскинг. Рейвену, скорее всего, тоже придется отправляться в таверну. Пока размен 2 в 2. Пополняют себе еще ресурсы. Побежала дальше Фея за Рейвеном. Есть Керс Краун. Там пройдет. И, возможно, после... Есть Сентри. Есть Сентри от Пупея. Да. Есть Сентри. Отличная драка для секретов. Попытался Шторм напасть на Арквардена, но Арквардан успел поставить поле. И только Шторм с Тускаром могли бить Арквардена. К сожалению, для команды TNC. И ничего не могла сделать дровка. Задуэлили Nature's Prophet. Дровка немножко побила в Blade Mail легионки. Она убила легионку, но дровка тоже пострадала. И в итоге умерла. Ну, здесь бесплатный фраг на Пупее. По-моему, уходит. Да, уходит. Все-таки не хватило чуть-чуть. Плотненький Климент. Размен получился 3 в 2 в прошлой драке, но при этом 1700 в плюсе остались Secret. Графики переворачиваются, графики ползут уже в сторону команды Secret, и, в общем-то, ушли в ноль, а по опыту секретные вообще на 2000 впереди. Ну, его... По-моему, игра плавно из рук выскальзывает у команды TNC. Да, выскальзывает, но не навсегда. В этом и прелесть этой страты с дровкой, что раньше это было все. Это была конечная. Сейчас можно продолжать играть спокойно. У тебя... Все так же Шторм силен под аурой дровки, все так же Enchantress у тебя имеет, ну, у нее, в принципе, уже есть МКБ по деньгам, да, вот она себе его приобрела. И если
чуть хуже подерутся Secret, потому что Secret нужно постоянно драться очень хорошо. Всегда нужно ставить поле, успевать. А если этого не будет происходить, то будет все печально. Вот если не будет происходить вот этих драк, на самом деле, TNC будут тупо перефармливать. Они бы перефармили Вали, если бы не было, например, Радианса в Рейскинге. А в Рейскинг получил Радианс только за счет вот этих самых драк. Потому что фармит он относительно героев TNC не очень быстро. Легионка только за счет фрагов, она изредка появляется на линии, но большую часть времени она должна проводить вне линии и знать, где ей находиться, и кого спасать, и кого дуэлить в случае нападения. Команды пока разошлись по своим сторонам, собирают руны. Я смотрю, скан был использован стороной Radiant, они ожидают выход, видимо, в свой лес. Как раз вот здесь на руне спалились игроки Secret. И Армал уходит с верхнего лайна, сами смог. Все идут, Армел вместе с ними, с ними нет только Фуриона, но Фурион тут и не нужен. Сейчас на месте Фуриона я бы полетел на самом деле вниз и подпушил этот лайн. Но боится он это делать, потому что думает, что Легионка здесь может его выцеплять и в принципе правильно делает. По центру проходят, Шторм Спирит идет первым, пока еще нет Орхида у... Сейчас будет столкновение, и это на самом деле будет выгодно для Secret, потому что вот эта драка на этой стадии, когда находятся все герои команды Secret рядом, это выгодно для них. Легион Командер, спадает Стимс, с Стимса спадает Смок, поняли, что кто-то есть рядом, Тимс пингует по нему. Аркан Руна есть. Да, Тимса сейчас найдут, Пупей зашел в кусты, и Тускара... Очень быстро забирают. Ну, у Фаты уже все хорошо по урону. 74 дополнительных. Это уже очень грозный именно герой. Скоро появится у Фаты также Алибарда. Затыкать кого-нибудь по типу Дроу Рейнджер или, наверное, даже Enchantress. Более опасная цель, потому что это, по сути, будет основной дэмэдж-дилер. Здесь сбивает Рейскинга. Вот Аркан Руны Шторм находится. Если он умрет, будет очень печально для команды TNC. Но он уходит из драки, и это провал для TNC. Еще вынудили байбекнуться Тимса, который сейчас умрет. Enchantress только-только сбивает реинкарнацию в Рейскингу, но сама погибает. Тимс прячется в сноубол. Ну, подходит Рейвен, пытается расстреливать с расстояния Пупея. Может, даже заберет Огр-мага. Армел неплохо летает, но разменялись еще неплохо 2 в 2. Легион Командер выдает дуэль в итоге в Фуриона и... Это 4 в 2. Драка для Team Secret, безусловно, в плюс. Вынужден был выкупаться Тускар. Ну, драка-то 3 в 2, потому что Тимс умер до драки, можно так сказать. Была просто проблема у Шторма. Он себе подобрал Аркан Руну, и в этот момент умирает Тимс. И, казалось бы, вот сейчас нужно драться, пока есть Аркан Руна у Шторма. Да, она в бутылке, он может еще 2 минуты ее подержать. Но был так велик соблазн, когда около твоей Т1, ты можешь влетать на кого хочешь. Здесь Шторм влетает на... Легионка убивает ее. Вот это, кстати, нормальный такой камбэк, потому что очень много денег получил с нее Армел. Сбили линку, но это... А что это даст? Ничего не даст. Ну, Пупе идет сюда, но просто не догнать никак. В это время Рошана забирает TNC. Очень здорово. Очень здорово. Сейчас Аегис Шторму, наверное, можно дать. Или даже, или может быть Дровки, потому что Шторм имеет Линкенсферу. Ну, Дровка не дерется, не знаю, Дровка реально не дерется, она очень много времени... А она будет драться, потому, ну, если у нее будет Аегис, но Аегис все-таки... Ну, решили, просто это Армел. Двойное здоровье, двойная мана для Армела, он всегда... Вот это тот персонаж, который ресурсы под ноль сливает перед тем, как умереть. Редко мы увидим Шторм Спирита, который с фулл маной умирает. Тут тебе, пожалуйста, и 2000 маны, 2000 здоровья. Интересный, мне кажется, от дровки все-таки не так, мне кажется, импакта сейчас. Интересный итембилд у Nature's Prophet. У него нет сапога, и у него уже готова урна, мека, барабаны, медалька, все на команду. Очень круто, на самом деле. У суппорта. Ну, изначально он был все-таки 5-й позиции, но стал 4-й по ходу игры, по нетворсу. И здесь суппорт роль выполняет Тускар, покупает варды именно он. Но из-за этого у него нету блинка, например, или глиммера, чтобы сейвить лучше своих тиммейтов от дуэли, например, с блинка врываться и в сноубол прятать героев в дуэли. Шторм. Очень опасно, Армал под вышку подлетает, сбивает линкенсферу. Ну, теперь есть информация, где находится соперник. Разбираются по другим частям карты. Сам Шторм переходит в центр отпушивать. Тимс, бедненький, подошел хоть чуть-чуть подфармить. Возвращается Армел, забирает все золото. Кстати, у него
ну, тут денег минимум осталось до покупки Silence. Уже есть Silence по деньгам. А нет, там 2425, по-моему, надо, да. Все, теперь есть. Ну, на самом деле-то вот так вот прыгать и цеплять того же Арквардена, вы сейчас очень легко его вырезаете. С другой стороны, у Арквардена уже алибарда появилась. Алибарда, ну, да, и, честно говоря, Оркет против Арквардена не сказал бы, что прям вот сильно поможет, потому что если команда рядом находится, здесь легионка тут же снимает с него этот Оркет, и все. Ты этот Оркет что нажал, что не нажал. А команда Secret сейчас никогда не окажется в такой ситуации, что можно напасть на кого-то в соло, будь то Легионка или Арквардан. Потому что на Red King нападать ты с Оркидом, без Оркида, неважно, ты не хочешь. Я вот по клацаю по героям, я не знаю, на кого нападать с Оркидом, разве что на Огрмага более-менее нормально. А все остальные, вот, прожимает Легион Commander Blade Mail, ты уже не хочешь ее бить. Есть... Юл у Дарк Виллу, она сразу себя Сайлент забрасывает, хоть в Shadow Realm, ты ничего тоже ей не делаешь. Ну, тут Secret как-то заблаговременно обезопасились. Да, ну, него. В любом случае, этот Оркет, он... Да, он полезен, безусловно. Он не сам по себе полезен, он полезен в комбинации, ну, в соборной, да. Да-да. В своей максимальной комплектации он становится действительно полезным, но почему-то хочет себе купить Шторм... Bloodstone. Вот этого я вообще не понимаю. Я надеюсь, он так делать не будет. Потому что, по сути, это полная ерунда. Ему лучше купить Bloodthorn и дальше уже выходить в Хекс какой-то, что ли. Или Шиву. Ну да, кстати, Шива будет, наверное, для Шторма не так плохо. Всего 12 армора у него. Против Арквардена, Легионки и Врайскинга лучше иметь армора на коре. Иначе от этого кора грош цена такому кору. А пока как-то менее агрессивно стали играть TNC, старт был очень яркий от них, а сейчас зажались у себя на половине карты, отпушивают линии, ну какой-то пакт о ненападении подписали команды и агрессивно стараются не действовать. Там единственная драка была после Раша, напомним, еще Шторм Спирит забирал Легион Командер, но с того момента очень пассивно протекает игра. Ну и одни вооружаются, вторые вооружаются. Легион Командер уже купила себе алибарду после Блейдмейла Даггера. И что там у Рейскинга? Есть уже Кираса и БКБ. Больше половины собрал Эйс. Драка сейчас будет, потому что минута до выпадения Аегиса у Шторма. И то, что Секреты сейчас идут, это я не знаю, каков их план. Они знают, что минута до Аегиса, до его пропажи. Армел сразу отходит назад, куку цепляют, Армел в центр событий, врывается, Армел пока по здоровью не сильно проседает, зацепили Армела, Армел очень много урона вносит в пупе, в итоге смог даже выйти из драки Армел, размен получился 1 в 0 пока что, без потерь для TNC, только сейчас забирают куку, тот байбекается, бедлам от феи, великолепный урон вносит по Enchantress, казалось бы такой плотный герой, но одного урона и обзора хватило. Фея, конечно, настреляла сильно, выкупился куку, но в драку лететь не собирается, драка закончена. Шторм Спирит, Аегис не потерял, и Аегис только сейчас пропадет. Может, даже был смысл там еще в драке подраться и этот Аегис реализовать немного поярче. Получить новые ресурсы, заново полетать. Да, я, честно говоря, не понял, почему Армел не умер в драке, потому что я думал, что Secret сейчас совершают ошибку, нападая на Армела с Аегисом, учитывая, что есть еще коры другие, и можно дальше было продолжать драться, потому что Секреты из драки ушли все очень битые. Там и Мидван на пол хп или меньше, Фата был на лоу хп, его с лоу-граунда расстреливал, типа пыталась Enchantress, которая по итогам погибла. Не знаю, Секретам то ли повезло, то ли ошибся Шторм, потому что я думал, здесь в пользу TNC должна драка проходить. У них плюс-минус равные нетворсы у обеих команд были, но был Аегис у Шторма. Нет, Шторм решил себе БКБ все-таки купить. И тут это решение обусловлено тем, что у Дарк Виллу он уже увидел Мистик Став, а это верный признак скорого Хекса. И Линкин Сфера тебя совершенно не спасет. А с БКБ Линкой, да, ты вообще неуязвим. У тебя только Легионка в БКБ может пробивать дуэлью, но если есть Линкин Сфера, то и это тебе не грозит. В общем-то, да.
В общем-то, да, по нижней стороне. Есть Аркан Руна у Армела. Соответственно, в ближайшее время TNC надо бы подраться, на самом деле, до того, чтобы не рисковать тем, что вы можете потерять Рошана в случае неудачной драки. Драться уже желательно над верхним Т1. И должны сейчас понимать, что секреты находятся рядом. Все. То есть это не один эйс, скорее всего. Ну какая же армия работяг? Она просто сломала вышку за секунду. Ну хотя бы на Т2. Ну подраться с Баунти Руной. Сами пока идут Т2. Да, в центре. Решили сплитить. Решили забрать Т2 на миду. И решили, возможно, поддамажить немножко Т3 снизу. На самом деле очень сомнительно. Они сплитят в лесу. Вот СМХ Энчентов пинает. А потому что не показываются все секреты. То есть как бы я сказал, что TNC понимают, но у них нету четкой уверенности. Это может быть действительно один эйс на топе, и он просто ломает. А легионка, например, какая-то уже могла тэпнуться и цеплять. В случае, если бы кто-то показался. Армел хотел зацепить эйса. Эйс после сайленса получает пресс за атакой. И оттягиваются немного назад, секрет. И правильно делают, потому что они сломали две вышки, они потеряли только одну вышку, и была это все время мне хочется назвать ее баунти руна. Аркан руна у шторма. И с ней драться не очень хочется. Все правильно сделали. Все, появилось БКБ у шторма, да, и следующим айтемом уже Хекс, про который я говорил, что он должен быть после. После Блаторна. Но Блаторн в итоге не собирается покупать Армел. Вот это, наверное, немного неправильно. Мне кажется, лучше дособирать Блаторн, потому что всего 3000 это стоит. А Хекс стоит 5600. Тележка поехала на разведку на Рошана. Рошан появится через одну минуту. Там ее... Ну, в общем-то, сейчас я по таймеру точно скажу. Тележка пропадет за 2 секунды до появления Рошана. То есть глобальная информация имеет TNC. О Рошане не будут. Такая ирония судьбы. Эйс вместе с Пупеем пока по центральной линии. Толкают ее, вардят. Ну, видно, что команда готовится. Готовится к тому, что появится Рошан. Придется драться за него. Знает, где находится Шторм Спирит. Сбивает Линкин Сферу. Моментально выдают Хекс по нему. Террорайз на всякий случай. И это минус. Армел без байбека 90 секунд. И на самом деле... Просто банально нет денег на выкуп. Это провал, это провал. Это минус... Здесь можно сломать две стороны. И Рошана пойти забрать. Вверх. Да, и потом... Ну да, либо одна думаю, сторона Рошан, да. Либо две стороны и не Рошан. СМХ БКБ. Стрелял по эйсу. Ну, здесь две жизни. Здесь уже давным-давно третий ультимейт. Может эйс свободно идти размениваться. Ну, кстати... Не на 100% уверены секреты, что нет байбека у шторма. Они, конечно, видели, что он недавно приобрел БКБ, но кто знает, вдруг это с имеющимся байбеком. Но, теперь, видимо, сейчас теперь уже понимают. Да, теперь явно все понимают. Ну, я думаю, что это вторая сторона, сверху вторая нет. Вторая сторона и Рошана. Либо лучше идти Рошана сейчас, потому что шторм, если возродится, вы можете, в принципе, Рошана и не успеть забрать. Ну, а по ресурсам вы ведь ничего не теряете. Драка у вас тоже не очень слабая в Рошпите. Вы можете смело так же биться. Что потратили? Да ничего толком не потратили. Ну, в целом, да. Видимо, решили драться. Просто в чем дело? Шторм может своровать. У него же есть БКБ линка. Его никак не убьют. А если он заранее прожмет? Только что мы видели. Если он заранее прожмет, не будет знать, что он летит в толпу героев, да, его убить уже тяжело. Здесь просто толпа героев нашла его первым. Я думаю, как-то перекликают Шторм Спирита, да, на шанс. Самом деле. Ну, не 5 же героев будут тыкать по Аегису. Наверное, кому-то одному хотят, а вообще не идут. Ку-ку! 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 Воу. Очень он рисковал, но Блинк потратила легионка, она прыгала на хайграунд, чтобы отпиться на шрайне. Да, ну, секреты решили так сделать. Это тоже, в принципе, вполне себе надежно. Сейчас нужно было отпушить линии. И так... Вот если заберут сейчас крысу TNC, но это будет большой провал от секретов. Но секреты прекрасно понимают, что за это время не успели бы. Ой, еще БКБ прожимает Роу Рейнджер, влетает в Рейс Кинг, начинает с Блэйдмейлом настреливать. Ну нет, тут уже у TNC нет никаких шансов, как по мне, в этой игре. Армел вырывается, хочет подраться с Легион Командер, но слишком плотный фата. Ну, здесь и обзор, какой-то чудесный урон вносит по Enchantress. Герой, казалось бы, плотный, но фея просто контрит ее. Просто контрит, он включает бедлам, подходит впритык, и никакой Enchantress нет на карте. Инча вообще провалилась по итогу второй половины игры. Должны забирать Рошана, секрет. Верхняя линия еще немного отпушена. По идее, можно уже кому-то лететь и отпушивать нижний лайн.
Эй вышел на охоту, видит Тимса. Погоня за ним под Бладластом. Успеет ли увидеть Тимса? Нет, не нашел его. Климент. Забранный Рошан для Секрет. Это Сыр плюс Аегис. И все, что надо, это пойти нижнюю сторону протолкнуть. И закончить данную игру. Ну вот в какой момент, по твоему ощущению, игра не ускользнула, а выпала вообще из рук команды TNC? Ну, первый был момент... Слив шторма, наверное? Первый... Нет. Нужно, наверное, копнуть чуть раньше. Все началось плохо тогда, когда несколько драк подряд или несколько киллов подряд забрали Секрет и очень хорошо располагаясь. Вот, например, вверху, когда Шторм влетел на минимальный рейндж, и его поймала Легионка. Это первый звоночек. То есть это получается реализация блинка. Потом также до Радика в Рейскинга дожили. Вот этими нападениями TNC на мид здесь под поле Аркварда, который он успел поставить, и была невыгодная драка для TNC. Вот уже вот с этих пор все было так себе, потому что Wraith King фармил, он не умирал совсем вообще в этой игре. Вот он умер один раз, это тот самый раз, когда он прокачал реинкарнацию и умер от Тимса с MH. Да, это седьмой уровень был вот. У Wraith King, это а когда у него появился Радианс, Блинк, Блейдмейл, все, начиная вот с этой стадии, он колючий, большой, опасный. Да, у него очень быстро кераса появилась после покупки Радианса. Он моментально это сделал. Армейл врывается в Пупея, нашел себе цель, чтобы убить. Шикарный выбор получился. Пупей все еще жив. И Пупей не должен даже играть. Не прожал Шторм Спирит, влетая сюда. Ну, это просто кошмар. Он, видимо, совсем поплыл морально. В итоге байбекнулся еще Секрет и деморализует, отходят подальше. А чего они ждут? Да он они дуэли Секрет между собой такие, да он дикий, давайте уйдем отсюда. Он просто дикий, посмотрите, он слетел с катушек. А, ну манку нужно восстановить Арквардена, но он сейчас должен дойти либо до Шрайна. Да, он дойдет до Шрайна, видимо, друзей своих тоже за свой счет напоит. И пойдут они в последний бой на нижний лайн. Не, решил сам накидаться без друзей. Без друзей, а? Да, это уже, конечно... На одиноко, вечеринка на одинокого. Это уже вторая стадия. Фея покупает еще и АН-диск. Вообще, обзор по количеству урона мне очень хочется посмотреть после матчевой статистики. Вот этот фокус урон, который выдается по Enchantress, он ее просто унижает. Только этого персонажа кто-либо зацепит, либо он остановится, всегда на голове у Enchantress летает фея. Всегда этот Джек вносит колоссальный урон. У феи, конечно, айтемы сумасшедшие. Четвертая позиция, но столько на Творса, смотришь на нее, ее а вообще счет? Никак не взять. Посмотри на счет. Да, ну так Ебзор красавчик. Счет и крипстат, в конце концов. Ебзор красавчик. По-любому. Вот. У него есть все. Он не умрет, он убьет и спасет друга, спасет себя еще. Спасите друга, пожалуйста. От меня? Нет. Видимо. Ну здесь все, здесь обратный отсчет начинается. Шторм без байбека, влетать боится. Аис с работягами ломает сторону. Ябзор всегда вот в состоянии прокликать террорайз, просто чтобы отогнать любого персонажа, который готов ворваться. Армел ворвался с БКБ. Никого забрать не смог. Легион Командер приседает по здоровью, настреливает очень неплохо с МХ по нему. Мидван тоже ловит импетусы, но уже далеко отошел. Тимса должны забрать, он по центре вардом. Пока потеряли только Легион Командер. Есть еще с реинкарнацией. Есть пытается добраться до Рейвена. Рейвен много урона вносит, но здесь уже ставится поле. И Рейвен вынужден отходить. Армел погибает. Погибают все, кроме Рейвена. Это вопрос времени, когда умрет сам Рейвен. Тимвайп напоследок. Вот Секрет. Красавчики, Секрет очень грамотно реализовали свой пик. Они сделали именно то, что нужно было. Вот любая другая команда, вот это как я сказал, что Секреты очень опытны в подобных ситуациях. Они знают, как камбэкать. Даже в 2018 году, когда камбэк-механика уже не такая сильная. Они знают, где быть. Они знают, где можно поймать врага на ошибки, они этим пользуются. Враги эти ошибки допускают. Здесь, как бы, несмотря на то, что команда из верхней части таблицы, все равно они ошибаются. И Секрет их на этом ловят. За счет этого потихоньку получают свои артефакты. Сначала Блейдмейл с блинком на
и в Рейскинге, и Легионке, потом на Рейскинге появляется Радик, начиная с этого момента уже все становится очень здорово. Арквардон в этой игре себя вообще никак не проявил, он был нужен лишь для того, чтобы на него все внимание уделяли команда TNC, но на самом деле главными звездами были в Рейскинг, Легионка и Дарквиллу. Вот так получилось. Секрет молодцы, ждем вторую карту. Да, да, да. Я смотрю вообще, у обзора какие-то космические цифры по КДА, 6-0-17, так закончил саппорт команды Secret. Ну что ж, после этой карты у коллектива Secret становится счет 7 побед, 6 поражений, и они сравниваются с TNC. Но TNC в противовес имеют 7 побед всего лишь и 8 поражений. Так что, выигрывая следующую карту, может очень сильно пупее компания насолить команде TNC, обогнать их и плотно закрепиться на третьей стороне.